Парни, девчонки, всем привет! Сегодня отличный день, тепло наконец-таки, я сегодня в футболочке, плюс 25 на улице. Сегодня речь у нас пойдет про такой автомобиль, который наверняка понравится молодежи, молодым девчонкам, парням. Речь пойдет про Opel Astra GTC 2013 года выпуска с двигателем 1.6, цвет спелая дыня. Вот такой автомобиль на Авто.ру сегодня ты можешь идти примерно по цене от 500 тысяч рублей. Забегая наперед, хочу сказать, если посмотреть двигатель 1.4, то цены будут еще ниже. Конечно, это будет тебя покупать, но рассчитывать на то, что ты найдешь действительно достойный аппарат, точно не стоит. Адекватная цена такому автомобилю сегодня с нормальным честным пробегом и с честным состоянием порядка 600-700 тысяч рублей. Мы снимаем возле дороги, поэтому если вдруг будут какие-то шумы, заранее приношу извинения. Ну а мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Итак, давайте вместе с вами обсудим внешний вид автомобиля. Ну, начнем с того, что появился данный кузов в 2011 году. Сборка у нас идет отечественная, естественно, поэтому всякие различные косяки можно, в принципе, как обычно мы это с вами любим, списать на наши руки, наших с вами соотечественников. Но самое главное, что посмотрите на автомобиль сами. Вот скажите, конечно же, первый плюс, вот многие отмечают то, что машина красивая. То есть вот у нас красивая спереди, сбоку, сзади, в целом смотрится гармонично. Но одно я хочу сказать точно, то что сегодня 2017 год, а это означает вот посмотреть просто-напросто на оптику, на решетки, напрашивается фейслифтинг, согласись. То есть ну прям вот хочется, чтобы уже что-то там доработали с фарами, сделали их более агрессивными. В целом, конечно, все симпатично, в тот же момент тут некоторые детали, там условно решеточка маленькая, хромированная. Но по большому счету это все дело вкуса. Многие люди, кто является реальными владельцами данных автомобилей, отмечают одно, то что машина подкупает своей внешностью. Давайте поговорим более детально про оптику. Ну смотрите, у нас идет Big Xenon, оптика AFL, вообще идет как доп. В целом вся машина, вот что интересно у Opel, все можно собрать. То есть берешь просто пустую машину и начинаешь ее пичковать. То есть раньше это был, конечно, целый конструктор, но дело не в этом. Значит, Big Xenon-овая. Какой у нее сразу плюс? Ну, первое то, что она когда за рулем сидит, налево-направо поворачиваешь, фара гуляет вместе с тобой. Это удобно на самом деле, когда заезжаешь в темные дворы, ну и в целом, когда по дороге едешь, это, в принципе, не мешает никак, в свою сторону плюс дает. Дальше, когда ты начинаешь разгоняться, фары потихонечку начинают подниматься вместе с тобой, вместе с набором скорости, тоже удобно. Ну и в целом, все владельцы ей довольны, говорят, вай-вай-вай, очень хорошая оптика, все рекомендуют, говорят, если есть возможность, надо брать именно с ней. Как вы уже успели заметить, у нас тут дневные ходовые огнедиодные, также есть противотуманочка. То есть все остальное как обычно, ничего здесь сверхъестественного вы не увидите, все, собственно, стандартно. Передний бампер в нашем случае был мененный, но он как крашеный. То есть машина покупалась человеком полгода назад. Он второй владелец по ПТС, изначально на нем ездила женщина. Поэтому все нюансы, которые вы заметите, ну знаете, я знаю, то, что среди вас бывают встречаются эксперты, которые по видео могут что-то определить, провести некое свое расследование. Пишите, не стесняйтесь, объективно рассказывайте, что вас здесь ввело в смутнение. Прежде чем мы откроем капот и посмотрим, что там, давайте сразу затронем тему лакокрасочного покрытия. Друзья, ну сегодня, я не знаю, вот найти автомобиль, который будет с безупречным лакокрасочным покрытием, очень тяжело. И меня на самом деле это очень даже напрягает. Ну вот смотри, 2017 год, сегодня с часов можно лазить в интернете. АвтоВАЗ там где-то в новостях заявляет о том, что они работают над разработкой автомобилей, которые будут летать. Представляете, АвтоВАЗ, Тесла. Машина на батарейках разгоняется до сотни за 3 секунды. А вот придумать лакокрасочное покрытие достойное, которое будет выдерживать все наши природные условия, очень почему-то тяжело. Я знаю, многие из вас скажут, что маркетинговый ход специально делают. Возможно, это так, потому что других объяснений этому нет. 2016 год, по-любасу есть уже возможность сделать так, чтобы 3 года машина выглядела свежо. В нашем случае, естественно, есть сколы, есть различного рода косячки по кузову. И самое главное, если ты будешь присматриваться к этому автомобилю на вторичке и найдешь безупречный автомобиль, который будет прям ровненький, весь чистенький, первый повод задуматься, то, что с машиной что-то не так. Давайте откроем капот, здесь есть что рассказать. Встречает нас здесь обычный рядник, четырехцилиндровый, на 170 лошадиных сил. Работает он в паре с автоматической коробкой передач шестиступенчатой. Максимально крутящий момент у него 280 ньютон-метров. Также есть турбина. Друзья, сейчас вы видите на экране маркировку двигателя. Вот что самое интересное, то что у Opel их огромная линейка. 7 различных двигателей ставится на этот автомобиль. Поэтому я сейчас расскажу конкретно про него. Немного затрону минусы, на которые жалуются владельцы автомобиля. Но всем тем, кому интересно, я вам сейчас специально в описании оставлю ссылочку на сайт. Я сам им пользовался, читал, изучал.
Там прям идет подборка по каждому двигателю, прям написаны стандартные болезни, когда было что исправлено. Ну, действительно, тем, кто будет присматриваться к машине, кто хочет ее прикупить, вот этот сайт будет реально полезен. Давайте с вами начнем с простого. Во-первых, двигатель питается 95-м бензином, но многие владельцы рекомендуют лить также 98-й. Здесь, знаешь, спорная ситуация. Сколько я не лазил по форумам, сколько не смотрел, да и вообще вы сами прекрасно знаете, вот этот с бензином, одни скажут 98-й, одни присадки, надо лить 95-й, либо вообще 92-й, поэтому 95-й-98-й это заявляет производитель, то есть не ниже. Далее, расход, средний расход. Ну смотрите, если брать в городе, конкретно наш автомобиль, примерно 12 литров, вот в городе. Если попыжить, где-то постоять в пробках, я думаю, расход будет побольше. Если же брать такой некий средний расход, например, город плюс трасса, это будет примерно, ну, 10 литров. На дальняк куда-то поехал, там, знаешь, крейсерская скорость 120, ну, примерно литров 8. Опять же, называю условно средние цифры. Если ты владелец данного автомобиля с двигателем 1.6, напиши, сколько ест у тебя автомобиль, чтобы составить некую такую среднюю цифру. Важно отметить то, что вес автомобиля 1700 килограмм, это по ПТС, реально. Я находил, знаете, цифры в интернете, некоторые пишут 1400, ну, как бы неправдиво, вот у нас в ПТС-ке 1700. Разгон до первой сотни 9,2 секунды. Двигатель некоторые пытаются чиповать, что-то с ним делать, но опять же, вот здесь сейчас надо отметить самые различные минусы. Болезней очень много болячек, про которые каждый владелец Opel вам расскажет сам не понаслышке. В первую очередь, этот мотор имеет косяки с форсунками, даже в стоковом состоянии на них образуется нагар. Вот как это можно в первую очередь определить, заводите мотор, если он неровно работает, либо на высоких оборотах он начинает вибрировать, куда бы вы ни приехали, даже залезть на клубный форум, вам сразу порекомендуют именно почистить форсунки, это раз. Второе, опять же, была отзывная компания со свечами, то есть их меняли полностью, поэтому ты, если будешь покупать на вторичке, обязательно обрати на это внимание. У нас здесь вместо ремня идет цепь. В принципе, на нее нареканий особо нету, то есть до первой сотки машинка бегает отлично. Вообще производитель закладывает ресурс двигателя плюс 250 тысяч. То есть 250 тысяч, по его мнению, ты отъездишь нормально, что будет дальше? Но вот если кто-то накатал больше 250 тысяч, напишите, конечно же, в комментарии. С турбиной тоже. Турбина здесь сама по себе, ну, откровенно дохленькая. То есть она вот начинает хватать уже чуть выше холостых оборотов и дует примерно, ну, до 3250 оборотов. То есть дальше уже начинаются сюда залазить руки. То есть люди начинает что-то чиповать. Здесь это, в принципе, делать можно, но не нужно, потому что машина на самом деле капризная. За ней вообще в идеале нужно следить, то есть почаще масло менять. И вообще, это не тот вариант, когда ты купил машину, ездишь на ней, много ездишь, и под капот вообще не заглядываешь. Здесь, в принципе, следить нужно за всем. И поэтому, еще раз повторю, покупая этот автомобиль на вторичке, ты должен определиться с комплектацией, определиться с двигателем. 7 вариантов двигателей. И каждый изучить. Что еще можно про него найти? Проблемы с термостатом. Раз. С помпой проблемы. С дросселем проблемы. С трубками АКПП проблемы. С самой коробкой передач тоже проблемы. Вот буквально 2 дня назад, перед снятием данного видеоролика, мне написал владелец, говорит, до 60 тысяч отъехал, все, коробочка у меня встала. То есть, если так посмотреть, то, в принципе, проблем много, но самое интересное, если слушать владельцев, они все говорят, да-да, проблемы есть, но в целом как бы все нормально. Поэтому изучай, читай, смотри, сколько стоят расходники. Вот здесь, например, конкретно на этом моторе, одни только свечи стоят, одна свеча стоит 3000 рублей. На предыдущем моторе, на более старом, ее можно купить за 200 рублей. Поэтому, парни, если там вот с ценой, знаешь, сейчас вот любите некоторые, да, вот, знаешь, 3000, да где-то такие цены нашел, за двушку можно найти, за рубль, ну, нашел, молодец. В целом, вот, цены я называю рыночные. Можно также найти плохие отзывы на электрику. Ну, а в целом, некоторые отмечают то, что в последних версиях, когда вот уже был 14-15 год, многие косячки доработаны были. То есть, как такового рестайлинга там изменений не было, но некоторые болячки подлечили. Поэтому здесь я вас особо грузить не буду, потому что вот про одно подкапотное пространство можно очень много рассказывать. Можно взять, поставить 1.4, 1.6, 1.8, и вот про все машины снимать, но это, друзья, это будет чисто отдельный такой технический ролик. Я думаю, всем, кому это интересно, как я уже сказал, изучат это самостоятельно. Пойдемте потихонечку дальше. Машина у нас бюджетная относительно, да, поэтому у нас сразу встречается палочка. Капот небольшой, сама крышка. То есть раз. Ну, все как обычно, без лишнего. Колеса у нас тут 18-е, сюда без проблем влазят 20-е, некоторые даже ставят 22-е колеса. Смотрите, передняя подвеска у нас идет независимая, типа Макферсон, про нее вы все уже прекрасно все знаете. Задняя подвеска идет полузависимая, про нее мы поговорим в процессе тест-драйва. Впечатление о том, как машина стоит на дороге, обязательно сделаем в процессе управления. Клиренс у автомобиля 145 мм.
Здесь, как обычно, пузатерка, не пузатерка, каждая машина покупает под себя. Я уверен, то, что человек, который имеет дачу где-то фиг знает где, у кого очень плохой двор, убитые дороги, ну, на эту машину, наверное, смотреть не будет. То есть, эта машина больше для людей городских. Что у нас присутствует? Повторитель поворотника на крыле. То есть, вот смотрите, в каком состоянии мы получили автомобиль, например. Ну, есть там различные косячки по кузову, но от них, конечно же, не уйдешь в вторичный рынок. То есть, найти автомобиль идеальный очень сложно. Что мне больше всего прикалывает в этой машине? Ну, смотрите, открываем дверь. Огромная такая дверь, да? Солидная. Покажи просто, сколько места. Ну, а по факту, вот, да? То есть, заходишь, блин, в машину сесть, а? Ну, вообще красотища, да, то есть место тебе воз головой. Но в реале, вот если быть владельцем, ты приезжаешь к торговому центру на парковку, места очень мало, поэтому вот так открыть машину, ну, дверь, у тебя никак не получится. Ты будешь вылазить примерно вот с такого расстояния. То есть, оп, ты залез, оп, ты вылез. Это нужно тоже учитывать, потому что, когда ты приходишь покупать автомобиль, ну, раньше, по крайней мере, это было в салон, блин, конечно, роскошно открывают, такая мощная дверь, она тяжелая. Шумка у автомобиля интересная. Мы сейчас откроем багажник и вам кое-что покажем. Интересная особенность автомобиля вот именно Opel. То есть классно сделали кнопку открывания багажника. То есть обычно закидываешь себе руку, а там-то ничего нету. Чтобы открыть его, нужно нажать на сам значок, и открывается багажник. 380 литров у нас. Сиденье можно сложить, будет, соответственно, объем больше. Обращаю ваше внимание, нас встречает сабвуфер. Как я сказал в самом начале, машину в основном любит молодежь. То есть людей типа там 50 лет, 60 лет вы здесь вряд ли встретите. Ну, конечно, бывает исключение, когда человек молод душой всегда. Касаемо шумоизоляции, обращаю ваше внимание вот на такую деталь. Ну, вот смотрите сами. Вот человек делал музыку, да, вот на эту толщину материала. Вот это я понимаю, здесь наложили шумочки. Он тянул провода через всю машину, ставил колонки в передние двери, и он заявляет то, что это, в принципе, по всей машине. То, что не так, что, знаешь, ну, где-то там в багажнике, там, может быть, чуть-чуть спереди. Как обычно, всем нужны пруфы, доказательства. Смотрите, открыли порог. Показываю вам. Смотрите, вот там дальше идет, да, арка у нас. Обратите внимание, толщина материала какая. То есть, по идее, все очень даже добротно сделано. Вот он, наш белый кабель, это который у нас на музыку идет, в багажник уходит. То есть, ну, толщину вы видите сами. Вот если дальше рукой залазить, вот на камеру это не видно, но там он идет прям вверх. То есть, шумоизоляции здесь особо не экономили. В чем они, конечно, молодцы. Сам багажник, ну, ничего необычного. То есть, все как у всех. То, что небольшой проем, ну, друзья, трехдверный хэтчбэк. То есть, что здесь придираться? Смотрите, у нас идет не полноразмерное запасное колесо, а просто докаточка до 80 километров. Закрываем крышку. Нас встречает, естественно, дворник. Мы не поговорили с вами про заднюю часть автомобиля. Симпатично. Я считаю, да, то, что мне, в принципе, эта форма сама по себе дутая, нравится. То есть, за счет того, то, что, обратите внимание, как колеса смотрятся. Вот присядь чуть, покажем. Также автомобиль наш оборудован парктрониками. Одна труба. Различных диффузоров, то есть обвесов на автомобиль. Во! Если кому интересно, если ты молод, да, горяч душой, купить что-то себе, какой-нибудь обвес на передний бампер, на задний, без проблем ты сможешь. Посмотри в интернете, вариантов куча. Бак у нас 56 литров. Друзья, давайте я присяду назад. В этом автомобиле очень много различных нюансов. Вот знаешь, по мелочам. Вот всегда есть к чему придраться по мелочам. Ну, в первую очередь, давайте открываем. Отодвинули, да? Убираю руку. Он отъезжает назад. Зафиксировать? Ну, никак не получается. Полез. Полез туда, раз, в багажник, да? Вот меня не видно, но меня, по идее, слышно. Сидеть здесь, за собой. Ну, знаешь, здесь должны сидеть девчонки, на самом деле. Здесь должны сидеть две красивых девчонки, а ты с другом сидишь спереди. Поэтому на дальняк кататься, ну, с одной стороны, ну, можно, если очень хочется куда-нибудь там на юг отправиться. Ну, по городу тоже можно прокатиться. Но, конечно же, надо понимать то, что это все-таки машинка небольшая, поэтому особо здесь комфортно, долго не будет. И когда обычно выходишь, обязательно должен сначала выйти друганчик спереди, потом вылазишь из машины ты. Если сейчас лето, машина чистая и, в принципе, чисто, удобно. Но когда зима и очень много грязи, то это, конечно же, проблематично. Итак, магия монтажа, и мы вновь в автомобиле. Ну, в первую очередь, давайте обратим на качество отделочных материалов. Вот меня всегда смущает вот этот момент. Когда начинаешь что-то трогать, да, и оно все такое похрустывает, гуляет. То есть это говорит нам о чем? То, что со временем
когда у автомобиля будет пробег больше 100 тысяч, здесь начнутся посторонние различного рода шумы. Дальше, обратите внимание на центральную консоль. Ну вот это вот, например, лично мне, не знаю как вам, но мне вот не нравится, когда вот кнопки. Я вообще в целом люблю, да, когда все красиво сделано, но это прям перебор. То есть здесь нужно будет бегать, искать. Я согласен с вами, то, что поездив на машине 1, 2, 3 там, дня, недельку, на своей, когда это уже твоя машина, ты ко всему этому привыкнешь. Ну а так кратко. Вот это управление мультимедией. Вот это управление климат-контролем. У нас есть вот подогрев руля, так аккуратненько спрятан. Коробочка уже нам многим знакома, такая же, как на Opel Insignia. Когда ее начинаешь переключать, есть такой легкий ход, звук от нее. Но, в принципе, не критичный, то есть коробка ходит легко. Ручник у нас. Опустить, да? Смотрите, выдвигается у нас подлокотник. Выдвинули его. Поднимаем даже до максимума, он не упирается, то есть он прям где-то вот здесь уже в пределах становится. Подочечник. Нет подочечника. Где подочечник? Нету. Ни в какой комплектации. В тот же момент, вот есть про Bluetooth. Звук микрофона, когда ты едешь, разговариваешь по телефону, хороший. То есть мы разговариваем, например, я слышу человека хорошо, но нельзя включить, например, с телефона музыку. То есть Bluetooth есть, он работает, но вот музыку включить нельзя. Что из плюсов явных? Сиденье. Это однозначно один жирный такой плюс, потому что сиденья спортивные, они реально очень удобны. Вот в них сесть на дальняк, особенно если покататься, погоняться, чувствуешь себя в них просто-напросто прекрасно. В остальном же все детали кроются в мелочах. Ну, например, вот эта подсветка. Вот обратите внимание, вот она идет в нашей комплектации, у нас комплектация спорт. В других комплектациях, например, в более низких, ее не будет. То есть, казалось бы, это же не так дорого, вот там ленточку диодную поставить. Но нет, Opel считает то, что это уже все как отдельно идет. И как я сказал в самом начале, машину можно фаршировать по полной программе. Также можно вставить сюда дисплей многофункциональный, цветной. Но это все комплектациями выше. Я даже сейчас помню, когда я тогда одно время лазил по их сайту, смотрел автомобиль, когда он еще, Opel, был в продажах. Цена начинается условно 600 тысяч рублей, условно 600 тысяч. Их доходит в легкую до миллиона. То есть 400 тысяч, это чисто ты набиваешь на комплектации. Приборная панель у нас читаемая, слева тахометр, справа спидометр, показывают температуру двигателя, количество бензина в баке, ну, в общем, все как обычно, ничего нового. По состоянию автомобиля сразу видно то, что владелец ухоженный человек, то, что машина чистая, никаких царапок здесь, ляпок нету, то есть машина, ну, действительно, видно то, что за машиной следят. На основании этого предлагаю вам отправиться вместе с нами прямо сейчас тест-драйв. Мы уже в пути, смотрите, в первую очередь обзорность. Зеркала боковые маленькие, внутреннее зеркало тоже такое маленькое, то есть, ну, в целом привыкнуть можно, как к любому автомобилю. Тем не менее, владелец им владеет уже полгода, все равно, говорит, габариты такие, ну, тяжело привыкать к автомобилю. Парктроники есть, в более высоких комплектациях будет камера заднего вида, собственно, будет спасать. С точки зрения управляемости автомобиля, ну, вот смотрите, мы сейчас едем 100, нажимаем газ в пол, в горочку едем. Три человека в автомобиле, то есть... Рулить машинкой. Ну, по трассе мы уже покатались, разгонялись быстро. Машина реально стоит на дороге хорошо. Поэтому кто-то, если скажет, что вот, Opel хреново едет на большой скорости, страшно. Но это тебе страшно. Машина, собственно, ехать быстро позволяет. Нужно это или не нужно? Конечно же, друзья, соблюдаем скоростной режим 130 и не более. Сейчас мы едем 100 км в час. Сзади никого нету. Экстренное торможение. Все остановились, все живы, все целы. Но тормоза реально хорошие у этой машины. Я согласен, то, что если гоняться, оттормаживаться, они нагреются, наверняка что-то будет отдавать в руль. Но в тот же самый момент, вот так вот в город ты будешь ехать 60-80, без проблем, успеешь остановиться. Ну так, не дай бог, там котеночек выбежал на дорогу. Сейчас 80 км, газку в пол. Ну вот слабовато, знаешь, вот, ну не хватает тяги прям машине, чувствуется. Что будет на 1.4, я даже не хочу об этом говорить. 1.4, конечно, будет машинка вяленькая. 1.6 в нашем случае, пробег у нас сейчас 53 тысячи автомобилей, дорога у нас везде ровная, поэтому сказать то, что по салону присутствуют различного рода сверчки, я не могу. Мы едем, наслаждаемся. В тот же момент шумка, это немаловажно, но реально, друзья, вот здесь, вот что касаемо Opel, даже так же, помните, мы снимали с вами Insignia? На соточке едешь комфортно. Шума там от арок не присутствует. Опять же, от стекол. То есть стекла тоже добротно сделаны. Уплотнители хорошие. Я так вот голову подношу. Такого, знаешь, мимо проезжающих автомобилей я не слышу. Действительно, в удовольствие. Будет, конечно, стоять сгул там, ну, больше 130-140. Но это уже нормальное явление. А так вот до 130, то есть, ну, действительно, машина комфортная. Посадка. Ну, сел я на дальняк. Сиденье реально удобное. Ну, хорошее сиденье. Селектор переключения передач. Сел, все. Взялся за него.
поехал, смотришь, ситуацию всю контролируешь. Салон, ну не сказать то, что он какой-то тесный, но прям лично на меня он не давит. Сижу в удовольствии. Покажи дорогу. Вот прекрасная дорога, да, у нас в области. Никаких ям нету. Хотя по ямам проезжали тоже, стейки различные проезжали, подвеска глотает. То есть балансировано отлично. То есть и вроде как и погоняться можно, и в тот же самый момент проезжать какие-то неровности. То есть тоже, ну, нареканий нет, как вот некоторые, знаешь, зубодробильная подвеска, позвоночник может рассыпаться, сыпаться. Все отлично. Сидим, наслаждаемся. Исходя из того, то, что автомобиль интересен молодым людям, ты должен учитывать одно, то, что залезть под капотное пространство можно, можно сделать чип-тюнинг. Что от этого будет? Читай форумы, общайся с такими же коллегами. Нарекания, конечно же, будут, за машиной нужно следить. Если ты там молодая девчонка, нужна тебе красивая машинка, знаешь, вот на вторичке твой вариант вполне адекватный. Купить ее, чтобы съездить на работу, в фитнес-центр, домой. Ну, вполне симпатичная машина. По интерьеру тоже, в принципе, приятная. Ну, опять же, здесь уже на вкус и цвет, товарищи, нет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то наверняка скажет, а, Opel там хреновая тачка, особенно Astra, там одна пластмасса фиговая. Ну, как вы знаете, ко всему всегда можно придраться. Тем более машина у нас недорогая, стоит она адекватных денег. Друзья, подводя итоги, скажу, я знаю то, что среди вас есть очень много экспертов, есть очень много технарей, автослесарей, поэтому выводы делать здесь только вам. Я машину не стараюсь хвалить, я машину не стараюсь ругать, я лишь собираю информацию и стараюсь сделать это объективно. Поэтому, если есть тебе что сказать, приглашаю тебя в комментарии, пиши свое мнение, высказывайся. У меня на этом все. Подписывайтесь обязательно на инстаграм-канал. Там выходят у нас всегда самые свежие новости. Сейчас мы готовим крупное расследование в отношении компании «Автоспот». Вы знаете то, что они очень много денег тратят на рекламу, рассказывают только плюсы. Вот я же сделаю плюсы и минусы, покажу, про что они молчат. Поэтому подписывайся обязательно на канал, чтобы не пропустить данный видеоролик. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.